Здравствуйте. Получила я резиночки для плетения браслетов, ожерелья, колье, даже всего чего угодно. Но прежде чем плести, я сделала буквально за 5 минут органайзер, потому что как-то нужно удобненько, чтобы было мне работать, и быстренько, в то же время эти резиночки рассыпались бы, да, и да, систематизировать, чтобы были по колерам сложены. Как же я это все сделала буквально за 5 минут, а потом уже можно что-то придумать, я вам сейчас покажу. Значит, учитывая, что я редко что выбрасываю, все думаю, выбросить, не выбросить, значит, у меня коробочка из-под тортика. Так видно. Вот эту коробочку я тут же использовала. Но под низ я вырезала кружочек из картона. Естественно, я намажу клеем и хорошенечко эту коробочку потом поставлю. Вот что можно сделать за 5 минут буквально. Теперь каждую резиночку по цвету, по цветам я выложила в такие вот красивые стаканчики. А из чего я сделала эти красивые стаканчики? А я их сделала вот из такой маленькой бутылочки из-под воды. То есть вершок отрезала, низ оставила. Сюда сбросила все резиночки по цветам. Мне это очень и очень удобно, я вам скажу. Украшать я, может, буду, а может, уже и не буду. Посмотрим, как будет потом. Я же делала еще такие коробочки. Они мне опять и тут пригодились, эти коробочки. И я сюда уже часть сложила резиночек, которые рассыпались там на столе. И видите, такие крючочки. Я вначале даже не понял, что это такое. Оказывается, это нужная вещь. Эти крючочки, чтобы мне было ними удобно пользоваться, я вскрываю вот эти кулечечки и высыпаю сюда крючочки. И я вам скажу, видите, как все мне пригодилось. Вот. И теперь у меня будет аккуратненько. Все по коробочкам разложено. Здесь аккуратно и удобно очень пользоваться. Можно и на ладошку высыпать. Опять пересыпал, ничего не рассыпается. Можно и в крышечку вот так вот высыпать. В общем, мне это понравилось. Так что вот мой вам советик. Действительно, это делается всего за считанные минуты, максимум за 5 минут. Вот такая вот временная упаковочка, временный органайзер, действительно за 5 секунд. И все аккуратненько, все, мне ничего не перепутано. И я буду вязать сейчас браслетики. И вам покажу, что я сегодня сделала.